Привет, приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео хочу затронуть такой marketplace, сервис печати по требованию, как Art of Hairy. Дело в том, что у меня, как из-под названия видео поняли, совершилась здесь первая продажа. Я об этом сервисе делал видео, обзор полгода назад. И просто загружал сюда несколько дизайнов и забыл о нем. Как всегда, как Teespring даже. И тут внезапно мне на почту сегодня пришло уведомление, что у меня совершилась первая продажа. Вот. Поздравляю, у вас есть распродажа на этом сервисе. Вот. Комиссия $5, что меня порадовало, да? Нормальная такая комиссия, в принципе. На Redbubble даже меньше за футболку дают. Да и вообще на любом маркетплейсе, да, если продаешь там, ну, не знаю, как кому везет, но $3.5, там, может, самое большое, чтобы быть конкурентоспособным, да? А здесь вот совершилась продажа. Я не рекламировал ничего, видать, на самом вот маркетплейсе, это же мы как маркетплейс, сюда же тоже люди заходят, покупают что-то, да? Я делал же видео, да, на этот сервис, я не буду сейчас обзор на него делать, чтобы не затягивать видео, я оставлю ссылку в описании или в подсказке. Кому интересно обзор посмотреть на этот сервис, посмотрите, он интеграцию делает, интегрирует с эти, с Shopify, со всеми платформами множество. В общем, посмотрите видео, обзор об этой платформе, кого заинтересовало, кто еще не видел. Подключайтесь, все бесплатно, создавайте. Вот мой, как бы, приборная панель моя. Я сюда несколько дизайнов загрузил. Тут прикольные. Ну, я делал видео об этом. И макеты у них прикольные. И можете посмотреть и продукты тоже. У меня и Etsy был интегрирован он раньше, когда был у меня Etsy магазин. Вот, Sales Tracking. То есть продажи сейчас посмотрим. Вот она моя продажа. Что о выплатах, да, здесь? Что мне нравится в этом сервисе, я сегодня почитал. История комиссионных. Вот, давайте прочитаем, сейчас перейдем быстренько. Сейчас переведем. Так, открыть магазин. Так. Комиссионные, вот. Все художники получают 25% комиссионных от всех продаж продуктов в магазине, в маркетплейсе в этом. У них высокие комиссии в настоящее время. Художники будут получать 10% комиссии от продаж набивной ткани, да, если от ткани будет. Комиссия 25% за продукт, это нормально, я считаю. $5 за футболочку, нормально. Комиссионные, вот платежи, мне еще понравилось. Производится еженедельно по пятницам. Включенные в продажу будут рассчитываться с пятницы по утра до полуночи следующего четверга. Комиссия только на PayPal, да, я думаю, у каждого PayPal есть. Мы платим каждую неделю, да, независимо от того, составляет ли это 3 или $300. То есть от $3, да, я так понял, но у меня 5, так что мне в эту пятницу выплата придет. Ну, нормально, мелочи, приятно, да? Курочка по зернышку клюет. Ну вот, я не буду это сейчас полностью обозревать этот сервис, он прикольный, классный тоже, надо им тоже плотничком заняться. Что-то я забросил его. Тут продуктов море интересных сразу. Макеты интересные, 3D, как бы макет создаешь 3D. В формате смотришь свою продукцию, кимоно всякие, труселя, тут вот домашний декор, сумки, аксессуары на стену бумажные. В общем, каждый сам ознакомится, посмотрит. Я вот ссылку оставлю на видео и на этот сервис. Посмотрите видео сперва, обзор на нем снял, и там принимайте решение, хотите интегрируйтесь с Etsy или просто сюда на эту платформу загружайте ваши дизайны, у вас также магазин свой создастся. Сейчас. Вот тут же магазин у вас свой создается, да, и вы на этой платформе, получается, продаете. Вот, Live Store, мой магазин. Ну, вот такое создал, да, фонарный просто. Попробовал. Вот, продукты вы одновременно и на... сами распространяете, ну, также делитесь, да, там, соцсетями, да,
под каждым листингом, и в маркетплейсе у вас этот товар ваш размещен. Так, ну не буду обозревать, да, вот так, ну, в 3D все просмотр, твит, ну вот, вроде простенько, но интересный такой сайтик. Знакомьтесь, посмотрите видео. Вот видите, на Pinterest можно сохранить твит, твитнуть, ну вот, делиться вот так. Ну я только делился на Pinterest, так нигде не рекламировал полгода назад. Ну и вот первая продажа. Ладно, помаленьку начинаем. Начало есть, интерес появляется, когда какая-то продажа на новом сервисе появляется. То есть, ну, кажется, ну то, что сервис не бесполезный, да, как-то это мотивирует дальше продолжать с этим сервисом заниматься. В общем, вот такой обзор. Пишите свои комментарии, оценивайте видео, ну, подписывайтесь, кому нужно. Я желаю вам всего доброго и отличных продаж.